кто-то что-то строит, кто-то карьеру, кто-то семью, кто-то и то, и другое. Вся наша жизнь – это большая стройка, наша работа за ней наблюдает. Сегодня мы в Красногвардейском районе, где строят... Скажите, пожалуйста, здравствуйте, что здесь строят? Психоневрологический диспансер. Ага, социально значимый объект строите. Да. Покажите нам, пожалуйста. Пойдемте. Да, пойдемте посмотрим. Смотрю, у вас тут застекленное что-то. Да. Объект очень интересен тем, что у подопечных будут зоны рекреации, они расположены вот за витражным остеклением, чайные зоны, комнаты для йоги, то есть какие-то комнаты релаксации. Вот. Ну, на самом деле, объект больше, наверное, напоминает не интернат, а некую гостиницу. Также большая будет территория у нас, которая будет предназначена для прогулок, там будет парк, будут зоны для занятия спортом, уличные тренажеры. Интернат, как видите, состоит из двух блоков. Справа от меня медицинский и жилой. По закрытому переходу можно будет перейти во второй, где находится тренажерный и актовый зал, столовая, кинотеатр. А еще здесь же под открытым небом будет располагаться спортплощадка и, внимание, целых две теплицы для трудотерапии подопечных. Здесь и амнезийная, и процедурная, две процедурных даже, комната старшей медсестры. Также будут находиться кабинет руководителя. Так, ну смотрите, мы в принципе можем включить фантазию и дорисовать это все, а с другой стороны мы можем побывать на объекте, где уже все готово. Так что пойдемте посмотрим, как это все будет выглядеть. Всего здесь 60 палат, из них 57 для людей с нормальной физической активностью, еще 3 для маломобильной группы населения. Кроме того, подумали даже о слабовидящих людях. Вот, смотрите, на каждой двери есть табличка со шрифтом Брайля. Давайте посмотрим, что внутри. А это палата для маломобильной группы населения, да? Чем она отличается от стандартной? Она у нас обустроена современным оборудованием, функциональными кроватями, подъемниками. Здесь есть такие разделительные перегородки для выполнения медицинских манипуляций. А напротив, я так понимаю, здесь же кухня, да, для того, чтобы можно было непосредственно обслуживать. Здесь у нас есть еще такая вот мини-кухня. Ага. И все условия здесь тоже созданы. Вот и холодильник, и плита, и столы. То есть для того, чтобы не идти через весь комплекс, да? Конечно, вот это же маломобильная группа. И пошел, собственно, в палату, и вот, пожалуйста, приятного аппетита. Да, все именно очень близко и удобно расположено. Ну, здорово, комфортно, да, молодцы. Так, а это ванная? Это ванная. Ага. Ванна, кстати, тоже, смотрите, оборудована специально для маломобильной группы населения. Подъемником. Ага. Для помывки. Ну вот, можно быть спокойным, что всем будет хорошо. Помощь со стороны, скажем, Министерства строительства, также со стороны Министерства, ну, Совета министров, всегда был, то есть, как бы, определенный контроль, который, естественно, нас поддерживали, они подталкивали к тому, чтобы мы как можно скорее, как можно качественнее все это выполнили. И вот на сегодняшний день мы имеем вот это вот строительство практически в завершенном виде. Мы сотрудничаем, спасибо большое и нашему министру, и Министерству строительства, потому что приезжают к нам, если мы в чем-то где-то у нас не получается, нам помогают.
можем обратить внимание на полы. Это сделана подготовка под чистовой пол. Она выполнена из двухслойной фанеры, из двух слоев фанеры 8 мм. Для того, чтобы создать имитацию деревянного пола и повысить комфортность проживания. Оксана Константиновна, нам сейчас необходимо подготовить поверхность для шпаклевки потолков. Предлагаю вам нанести подготовительный слой мутировки. Мне? Да, пожалуйста. Сразу видно по адресу. Обратились? Да. Пробуйте. Ага. Ну, судя по цвету грунтовки, розовому. Она специально под платьечко. Сейчас я вам заляпаю все. Ничего, мы потом подотрем не на себя. Я все грунтовку. И вот так вот и раскатываем. А, вот оно что, давайте так, все. А, мы давайте вместе с вами. Давайте. Та-ра-ра-ра-ра. Нет, давайте, ладно, я сама. Пробуйте. Ага. А, ого. Получается? Да, получается. Ну, думаю, хватит. Дальше продолжат уже наши специалисты. Да, держите. Слушайте, то у нас тут получилось немного современного искусства. Это стрит-арт. Стрит-арт. Да. А, если что, я ни при чем. Я ни при чем. Пойдемте дальше, скорее, отсюда. Здесь будет столовая у нас на 200 посадочных мест. Рядышком у нас пищеблок. Кухня. Кухня. Ага. И производственные цеха. Ага. А в подвальные помещения, это у нас складские помещения вспомогательные. Здорово. Ну, мы знаем, как это будет выглядеть. Хотите немножко сейчас перенесемся в будущее? Ну, и посмотрим, да? Давайте так. Оп, чудеса. Здесь же новейший пищеблок. Смотрите, вот такие вот печи, вытяжки, холодильники. Абсолютно все оборудование отвечает современным стандартам. А это наша стандартная палата, которая тоже оборудована удобной современной мебелью, ортопедическим матрасом, шкафами для хранения личных вещей. Ну и все условия в ней приближенные к домашним. А таких аппаратов ультразвуковой диагностики в Крыму насчитывается всего 7. И нам повезло иметь один из них. Гордость нашего интерната – аппарат Хабер, которых всего насчитывается 2 штуки в Крыму. Он служит для реабилитации инвалидов. Комплекс очень современный. Смотрите, есть даже гостиная. Можно вот сюда зайти и пообщаться с пациентами. Все очень комфортно. Есть диваны, кресла, кондиционер и даже телевизор. Можно вот так сесть и удобно, уютно пообщаться. Вы мне даете? Попробуйте. Спасибо большое. Будьте профессионалом. Буду профессионалом. Так, а что нужно делать? Вот закручивайте палец. Вот сюда я делаю бз-бз, да? Да-да. На кнопку нажимаете, и все. Она сама закручивает. Давите. О, вау. Нет, давите, давите. Давайте. О, готово. Все, молодец. Что все, что требовалось доказать. Все очень просто и красиво. Мистер и миссис Смит. Крымская версия. Будущий актовый зал. Пока что здесь темно и сыро, но совсем скоро помещение озарится светом софитов. Настоящая профессиональная сцена, просторный актовый зал, торжественные мероприятия и концерты. Если здесь подопечные интерната могут проявить себя с творческой стороны, то вот здесь, в гримерной, артисты-любители смогут профессионально войти в роль. Как видите, есть даже музыкальная комната, где подопечные центра смогут брать уроки музыки и вокала. Создатели интерната обеспечили все условия для их полноценной жизни. Это наша швейная мастерская. И многим нашим получателям социальных услуг, которым предписана трудотерапия. Здесь вот они будут заниматься. Это наш пошивочный цех, который оборудован современными швейными машинками, гладильной доской с парогенератором. Здесь они будут обучаться и мастерить что-то, может быть, даже и для себя.
Есть даже библиотека с довольно солидным собранием книг. Здесь и классика, и детективы, и современная литература. Все для того, чтобы не только приятно, но и с пользой проводить свое время. И даже специальный станок для занятия балетом. А это особенность данного комплекса – комната для религиозных обрядов. Сейчас мы здесь с вами видим православную атрибутику, но в принципе совершать молитвы здесь смогут представители абсолютно всех конфессий. Строители обещают сдать в эксплуатацию этот объект уже в декабре 2020 года. Останется его только обуютить, сделать более комфортным, ведь для тех, кто будет проходить здесь реабилитацию, этот интернат станет буквально вторым домом, поэтому рабочие стараются и делают все для того, чтобы все крымчане были здоровы, а получатели социальных услуг прошли успешную реабилитацию в нашем прекрасном новом интернате. Комфорта, уюта для тех, кто будет жить в этом интернате, чтобы им было все удобно и комфортно. Здоровье, терпение. Большая благодарность руководству нашей республики за то, что они вот позаботились и дали возможность такую создать вот такое вот грандиозное строение.